теперь нужно сложить и продать награбленное. Сначала сложить, чтобы случайно не продать. Так. Особенно-то и класть-то сюда можно, интересно. Прекрасно. Так, сюда есть что-нибудь ценного из шмота? Блин. Это все на продажу, разумеется. Он на парад, а это вот пусть лежит здесь. Long light. Так, а сюда кости. Да ёлки-палки. Кура пусть сюда пойдет. И кости. Эмеральд пусть сюда идет. Iron ore надо трансмьютить. А это на продажу. Сапфир сюда, серебряную сюда. Так, Iron Ore надо положить на полку, да. Нет, активировать полку. Так, это я заберу. А книги? А, блин. Да, это я заберу. А книги? Положу. Так, ну, теперь надо продать, что можно продать. А для этого надо одеть этот... Necklace торговли.
Welcome to war. Looking to protect yourself or deal some damage? Это стрелы. Вот. Два кинжала. Так, это уже мне не продать. А это можно еще продать. Какие у меня поушены-то есть? Fortify Conjuration, Health. My favorite drinker. Let's get some food. You're someone who can get things done. Looking to protect yourself or deal some damage? Забыл у того купить. Ну ладно. Стопа выпану. А вот еще остался, да, вот дорогой. А, это я не могу. Так, 153. Don't forget to check inside the shop. Let me know if you see anything. Good to see you. What are you hunting? Never mind. I don't want to know. Бандитовые возьму стрелы. Знаю я это или нет, мальчик, это должен знать, конечно. Thank you very much for your business. Так, меня эти немного раздражают. Take a good look around. I'm sure you'll. What you're looking for? If not, let me know. What do you need, my friend? So you're interested in my potions and ingredients? Back anytime. Need a remedy.
there's anything I can help you with, you have but to ask. Salves, poultices, and potions. Нифига себе. 1000 стоит. Ничего себе, я тут это наплавил, елки-палки. 1300. I sell cures for all ills, and I'll be happy to serve you. If there's anything I can help you with, but to ask. Ни с чем. You'll find tonics. Уже ни с чем. Чуть это у меня какие-то взаимоисключающие просто. I sell cures for all ills, and I'll be happy to serve you. Теперь продать. Take a good look around. I'm sure you'll find what you're looking for. You and me, take a look. Ну давай, я тебя куплю на будущее. Может пригодится. Здоровье на 46 пунктов на 300 секунд и уменьшает стамина регенерейшн на 100%. Обалдеть. Do come back. Так, у меня уровень повысился. Так, а в этой стороне что у нас? Это абсолютно бессмысленные вещи. Да, это все ерунда. Вот надо это брать еще. Fire на weapons and armor на 25% сильней. Frost и шторм. Это, конечно, надо брать.
То есть это и атака, и защита одновременно. Сильнее. Конечно, важно. Так, а это еще может меня учить? You've already learned all I can teach you. Не может уже, понятно. You already know all that I know. Она мне сейчас все ответы даст по очереди. There's nothing more I can teach you. И тогда она станет серой, да? You already know all that I know. Понятно. У нее три типа ответа. Take a look. Но у тебя зато 3500 денег. Come back when you're ready to. Было 3500 денег, да? Over here. Azura's wisdom to you, friend. Take a look. To stay alive, why take a chance? Так, тут мне продать нечего. Тут тоже продать нечего. Это все я использую. Поушены, соответственно. Это я ему продать не могу. Это я забыл положить. Это я забыл трансмутировать. И это мне надо продать. А, так вот, пожалуйста, забирай нафиг. I really appreciate what you've done for me. А что я сделал-то для него, я даже не знаю. Come to see Balaman perform. Take a look. Вот у меня один, дорогой. Забирай. Return anytime. You're quite well. Look like you could use a drink. Hold past prophetic magic someplace else. Мой огородик. Best offense is a good defense. And I'm looking at the rest of the picture is tough. I'm gonna put some coin in my pocket. Забежать к алхимисту. It's a fine day with you around. Elgrim, honey. Thanks again for delivering. Ah, so you're an alchemist then. Так, я glowing mushrooms взял.
Чё там ещё? Ну, прям сейчас посмотрю. Right. It's the things she makes here, the things she says, and all those poor little animals she tests them on. It's just not right. Блиствот. Вот ваш рук с бригадом. Ага, ну-ка, Блиствот есть у меня? Нет, ну и Спригана, конечно, тоже нету, да? Только у меня есть Glowing Mushrooms. Стоп. I don't understand. Grum, the formulas you're giving me are for novices, but I've advanced well past that point. Until you can do those formulas with your eyes shut, you'll never be ready to master the more difficult ones. This is an utter waste of time. Ingen, if you want to remain in my shop as an apprentice, I expect you to act like one, no exceptions. Very well, I'll keep practicing them. Один машрум там особенно зарубаться насчет него. Где бы мне Спригана завалить? Элгрим, honey. I'm concerned about your new pupil. She seems very odd. Ingen? She's brilliant. A natural. Oh dear, I didn't mean to say she isn't bright. It's the thing she... here, the things she says, and you here for lessons like in take a look. It's just not right. Yes, yes, goodbye. Да это куда? Боковая-то, никогда в боковую не заходил.
Ух ты. Где бы мисс Пригана найти, а? По-моему, в самом начале игры я когда подходил к Фалкрифу. Возможно, здесь он был где-то. Мощно лупит. Ничего не скажу. Так, где-то я слышу дракона. Деревца не может быть Спаригана. Они же любят такие деревца всякие. Точно. Или нет? Да. Бриганщик. Вот что мне надо искать. Деревца. Вот они. Он огни, огонь не любит. Стоп, это Спариган Сап годится. Ну-ка. А, да, вот он должен, по-моему, подойти. Кого вы там еще пуляетесь? Так, а еще есть такие у меня деревца найденные? Вот это везде будет Сприган здесь, да? Просто интересно убедиться. Пещера.
Лось, просто лось. Ну, ладно, проверю еще здесь, больше не вижу просто где. А, нет, это совсем не то. Это я тут только что был. А где же сприганы-то все прячутся? Так, ну ладно, сейчас мотанусь тогда. В дом в этот, в основной. И сделаю хотя бы одну бутылочку. А я ведь видел, мне попадались как-то эти эликсиры. Гораздо сильнее, чем я сейчас могу сделать. Тоже надо у алхимиков посмотреть. Так. Фига ты, на какой плоскости можешь лежать? Сейчас-то меня не обнаружен еще, поэтому я не знаю. Вот так. Glowing Mushroom. И
Ригон Саб, типа Unmold эффект. Fortify Smithing получился. Так, теперь это обнаружено. Уже проще. Значит, по крайней мере, это не надо помнить, это будет. Это будет видно. Теперь Blister Warp. Так, а насколько у меня это получилось-то? Бутылочка-то. А, так, 46%, это ж неплохо, на самом деле. Это ж лучше, чем они продают. Чего я, собственно, переживаю-то? Так, а ну так это ж хорошо. Значит, сейчас я могу сделать себе тогда арма. Пацану мне нужен Dragon Scales. Ну, бонус тоже возьму. Так, ну, наверное, и все, да? Хотя, может быть, бруски пригодятся. Металлические или там, кто знает что. Так, эти мне сейчас не нужны, ребята. Пусть отвянут. Возьму какие-нибудь металлические брусочки. Где они, господи? А, я же уже все профукал. Но не страшно. Сейчас я это... посмотрю, может, надо только кости. Это что, тут крысы у нас? Сон масса эти. Безобразие. Так, а чё я так далеко пошел? У меня ж кузница есть. А, намного это... на том этаже. Я собрался что делать? Драконью броню, да? Я же не взял перк еще. Драконью броню делать. Ну, дурак-то. Да. Удовольствие откладывается. Пошел делать драконью броню, елки-палки, без перка. Так, и положу тогда туда Fortify Smithing, который у меня один получился. Чтобы не продать его случайно.
Так, вот. На этом я в моем доме с Барбосом и закончу эпизод.